Экшен. А что это вы тут делаете? Молимся. Евреи посетили стену плача. Маленькую, нашу свою, миниатюрную, как полбутылки вина, но своя. Котель Акатан. Вот она. В середине арабского квартала. Наташа. А, извиняюсь, я к вам возвращаюсь. Мы не говорим, конечно, молитву. Сегодня тем более не шаббат, не кидуш уже сказали. Да, кидуш уже говорили, просто шаббат. Так что мы сейчас спокойно. Лихаем. Мы уже лбами постукались, все как положено. Лихаем. Тут тихо, и главное, никого, кроме нас. Ни одного пингвина. Тишина. Только издалека слышны арабы. Хорошо. И небо черное. Следующий снято? Да. Кошку снять? Тут, тут мяукает. Сними. Ну, он их аж две. Серые и черные. Можно ехать на них. Кошки малой стены. Кошки, я на вас наезжаю. Нет, ты с этим зумом наезжай. Думаю, зумом я не умею.